Мой папа всегда мечтал быть врачом. Он поступил на медицинский факультет, окончил его, пошел на скорую, там встретился с мамой. Но из-за жизненной трудности ему не получилось продолжить профессию медика. Но вы бы знали, с каким упоением он рассказывал о временах, проведенных на скорой, как он быстрее и аккуратнее других ставил капельницу, как он спасал людей. История моего отца стала для меня путеводной звездой. На первом курсе я загадала в кораблике желание, чтобы я работала журналистом. И знаете, 3 года я уже работаю в университете. Я фотографирую мероприятия, освещаю события. И я хотела быть журналистом. Я им стала. Папа, ты можешь мной гордиться.